Друзья, всем привет! Спасибо, что смотрите наш канал. Каждый день мы делаем для вас новые видео из жизни известных людей. Если вы подписаны на наш канал, то поделитесь, пожалуйста, этим видео с друзьями в социальных сетях. Если еще не подписаны, то подпишитесь. Мы делаем видео именно для вас. Спасибо! Вдова актера Евгения Моргунова Наталья скончалась на 81-м году жизни. Об этом сообщила ее внучка Евгения в социальных сетях. Журналисты узнали, что женщина умерла от инсульта несколько недель назад. Но ее сын, 54-летний Антон Моргунов, скрывает смерть матери, он говорит, что она в больнице. Его соседи рассказали, что мужчина сильно пьет и часто ведет себя неадекватно. Коллеги Евгения Моргунова вспоминают, что знаменитый артист тоже любил выпить, часто устраивал застолья, собираясь за столом со звездами отечественного кино. Он скончался в 1999 году от инсульта. По слухам, актер не смог пережить гибель. В автокатастрофе младшего сына Николая, наследнику артиста, было всего 25 лет. Наталью Моргунову кремировали, ее прах захоронили на Кунцевском кладбище, рядом с мужем и сыном. Наталья Моргунова, светлая вам память. Друзья, давайте почтим память Натальи и Евгения Моргуновых. Пишите свои комментарии.